Вот такие вот доски можно купить и на них плавать. 30 тысяч вроде на Авито стоит, я смотрел. Она надувается насосом. И потом плаваешь на море, где угодно. Света загорает, намазались кремом. Сейчас дня, июль, чтобы не сгореть. Такой вот отдых. Сосны, хвоя, подышать, позагорать, поплавать. Нормально. Ну, 30 тысяч тоже не дешево за доску. На Авито вот они продаются. Так что отдыхает кто как хочет.